Вот такой хрень, так и написано под окном. Тихо, тихо. Так, типа, всем привет, дорогие друзья. Здорово. Слушай, потоковая еще не началась. А, не, уже началась. Почему она не идет? Ну, идет. Ты откуда знаешь? Не знаю. Да, идет. Уже 5 человек смотрит. Да? А, нет. Это, наверное, те люди, которые в прошлом написано под окном. Тихо, тихо. А, все прошло. Всем привет, дорогие друзья. Я чувствую прям, что все идет. Выживание с динозаврами. Ты че мне? В какую шахту ты мне? Да этот сам там сидит. Че, лаву здесь распустил. Распущенный ты человек. Вообще охренел. Я буду себе музыку сейчас включу. Тихо, я буду слушать. Не надо мне музыку, чтобы в видео не была никакая музыка. Ну, я то у себя. Ты, ну, чтобы я не слышал, главное. Слушай, ты в пещере какой-то меня запер, ты охренел? Да ты поднимись наверх. Куда ты наверх? Здесь темно. О, уголь. А ты чё уголь не добываешь? Да не хочу. Не хочу, не хочешка, блин. Не хочу, не буду. Не хочушка. Чушка. Сам такой. Так, железка. О, еще железо. Повыживать нормально не дал. Забыли включить в прошлом видео эту. Ну, убрать заставку. Ой-ой-ой-ой-ой, иди сюда. Сейчас смотри, что тут. Ни хрена не вижу, темно. Да вниз упасть вообще. Ну, пошли. Ну, пойдем. Че ты ссышь, смотри, что ли? Оп, это ты засал. Прыгай. Я в воду попал. А, вот, допрыгался. Нафиг мы сюда приходили. У тебя есть железо? Да, 9 штук. Там в печке было. Я еще 9 штук. Сделай ведро и дай мне. Блин, так. Зачем ты воду? Мне вода нужна. Лол. Блин. Ну, забудь тогда, ведро можешь пока не делать. Окей, верстак сделаю. Зачем? Пока что, да? А, ну, сделай мне кирку там железную. Чем? Смотрите, рабыня моя, слушайте. Ну, рабыня, конечно. Изаура прямо. Кто? Изаура. Рабыня Изаура. Да, Фатима, иди сюда. Это у тебя жена будет, Фатима. На, бери. Дай мне, Фатима, мою кирку. Бери, она сзади. Теперь Русика будем называть Фатимой. Дай мое. О, Фатима, какая у тебя Фатима. Что за хрень? Лепишь вообще. Смотрите, какая у нас Фатима. Чего тут угля много, да? А ну иди на кухню, Фатима. Нафиг тебе, Фатимой. У тебя что, не избыток Фатимы, что ли? Да вот, одна Фатима прям рядом, Рой. Иди, Рой, в другую сторону, мы так много не добудем. Давай, пошел вон. Ну, слышь, так нечестно, блин. Ну ладно, не буду больше. Все, я на тебя обиделся. Все, я тебя блокирую в ВК. Не обижайся. И в скайпе удаляю, ты че? Не обижайся, Фатима. Ты че факела-то срубил, охренел? Ничего не срубал. Ага. Злая Фатима. Смотрите, я карты копаю, блин. Драк, блин. Жесть прям там. Якуза ТМ. А, кстати. Привет. Какого хрена она не точная? Кто? Карта. Мы сейчас под водой по навигации, короче. GPS у меня, короче, есть. Мы по карте под водой, а у тебя? Да, вот GPS навигатор, вот смотрите, какой он. Вау! Вон Яндекс пробки я вижу. 5 баллов. 5 баллов, вообще жесть. Не проехать, не пройти. На высоте на 20-й. Буквально еще немножко покопать, и там уже будут алмазы. А, кстати, про алмазы. Ты знаешь, что в последнем Майнкрафте их урезали? Причем очень сильно. Ну, блин. Хрен найдешь эти алмазы там. О, я слышу воду, кстати, если вправо копать. И лаву. Назад, если копать вниз. Фатима. Пошла вон отсюда. Ла-ла-ла-ла-ла, я ничего не слышу. Кстати, из красного камня бензопилу можно замутить потом. Да? Прикольно, кстати. Ну, еще ураниум и титаниум нужны. А, ну, это не проблема. А, кстати, раю, да? Как у нас там стримчик? Давайте посмотрим, сколько у нас людей собралось. 2 человека? 2.
Как два человека? Да, Ну, один человек. четыре. Четыре смотрят человека. Ты откуда знаешь? Это, мне... ну, ви, ну, просмотры вот это. Смотри по просмотрам. Ноль. Ты гонишь? У меня четыре. Ты обнови страницу. А ты как смотришь-то вообще? Через эту. Ты через видео заходи, там у тебя стримчик. И заходи, как обычное видео. А-а-а. И там и комменты читай. Он комменты не читает, говорит. Ну, ты не читаешь комменты, правильно. Почему? Я только что прочитал. Что ты комменты не читаешь? Блин, ужас. Как мы поначалу-то запилили видео без этого? Ну, это потому что ты дурында. Заткнись, урод, блин. Мог бы подсказать тоже, что... Ну, ты же... О, золото! Ой, засунь это свое золото. Золотишко-то... Кстати, нам нужно остров создавать, мы обещали. Да создадим, не сы. А алмазики добудем сначала, что ну, чтоб остров обогатить. Обогащенный. Иди сюда. Зачем? Алмазы, да? Ты пешнись. Сейчас, погоди. Тебе это понравится. Эй, тихо. Эй, не трогай мои алмазы. Лошара. Дурында. Это фальшивые алмазы, чувак. Как ты так сделал? Ну это не я, это есть в этом моде такие алмазы, которые фальшивые. О! Боже ты мой. Лошара, я добыл два алмазных блока. Два алмазных блока нашел? Да. Я к тебе. Оделю. Где они? На, один. Ну, блин, ну давай, давай. На сохранность. Все. Вон она там. Спасибо. Иди сюда, я их там убил уже. Сделай кирку. Алмазную. Алмазную? Да. Кстати, как? У меня блок этого. Чего? Ну как ты обрадовался, когда алмазы нашли, да? Долетел аж прямо. Прощай. А, ты его сюда поставил, что ли? А, да. Глаз за глаз, зуб за зуб, там все дела. Да я их закрыл просто. Блин. Ну да, я лоханулся. Ну, да, это да. Не совсем глаз за глаз, потому что... Я-то тебя технично обманул, а не тупо подставил. Что-то их, правда, как-то их много прям. Ну, нельзя ломать такие блоки. А, это блоки, оказывается? Они точно такие же блоки, как и все остальные. Только с муравьишками. Ну как, я могу их отличить, а но ты не можешь. А как их отличить? Я не скажу. Ну, пожалуйста. Ну, текстурпак включишь? А, ну все ясно, короче. И в текстурпаке они выглядят по-другому. Сейчас я их там убью всех. Обсидиан я нашел. Сейчас скажи, что я крут. Нет, ты не крутой. Я это... Игорь крутой. Ты Игорь просто. Игорь. Есть Игорь из среди моих подписчиков. О-хо-хо, смотри, я опять алмазы нашел. Да ты гонишь, что ли? Фальшивые. А, фальшивые. Фальшивые. Че ты гонишь-то? Я тебе вообще половину дал своих алмазов. Ну, нифига себе. Ай, ай-яй-яй. Что за хрень? Кстати, давай посмотрим комментарии. Давай. Он комменты не читает опять. 10 зрителей всего. Ну, неплохо. Пока что. Ну, было 20. А где ты нашел стрим? Где он написан? Блин, себе на канал зайди. Ну, я зашел. У тебя там трансляция, да? Красным написано. Нет у меня никакой трансляции. Давайте ссылку на него скину. Ссылку мне скинь, нет, блин, где ты? Все, смотри, сиди. Смотри, блин, вообще охренел. Короче, нужно вообще второй монитор подключить и смотреть на него. Комменты не читает опять. Ты можешь так сделать? Сейчас я коммент напишу. Коммент. Привет, привет! 8 зрителей, 5 лайков всего. Блин, ну 8 зрителей это пока мало. За сколько?
минут стрима. Это вообще мало, уже 9 минут. Тогда было, знаешь, сколько? 20. Нет, почти. Тогда было 6 минут и уже 20 зрителей было. Ну да. Вот видишь, обиделись из-за тебя. Не надо было просто стрим перезапускать. Вот и все. Я что сказал? Надо было просто это. О, видишь? Смотри. Видишь ты на карте какой-то островок? На карте? Да. Нет, на этой, на мини-карте. Мы сейчас к нему копаем. Давай пойдем. Ой, давай копаем вперед тогда. А, кстати, тебе алмазы надо было кирку, да, сделать? Ты не сделал? Нет, потому что муравьи были. Так, сейчас я в бок копану. Я две сделаю. Угу. Да блин, ты что, специально что ли? Ты кому? Блин. Да тут муравьи идут. А, я там открыл. Специально, да? Да не специально, я хотел туда порыть, потом смотрю, фигня какая-то. Давай я меч еще один сделаю. Не знаю, делай что хочешь. Жируем на доллары. Ага. Че? Опять алмазы? Лава. А. На. Ты где? На. Опять звонят. Не, ты возьми. Пригодится. Кирка железная. Ну ладно. Там не железная. Ты бы железо мне никогда не дал. О, редстоун. Нам нужен редстоун. Ну, можешь собирать. Для уровня. Лошара. Ты знаешь, почему я тебе говорю лошара? Почему? Ну не просто так же. А, потому что у тебя алмазы сейчас, да? Нет. Аметист. Блин. Алло. Три штуки. Сам лошара. Аметисты это... Четыре штуки. Что такое? Они есть лучше алмазов. Блин. Они фиолетовые такие, да? Да-да-да. А, помню, мы добывали. Кстати, я смотрел на сайте, ну, ювелирных изделий, аметист — это драгоценный металл, оказывается. Понятно, ну, понятно. Не металл, а минерал. Не, он не лучше алмазов. Бриллиантов, точнее. Бриллиантов. Что, копаем вверх теперь, да? Ну, наверное. Давай сюда ко мне прокапывай. Я тут... Пошел ты. Ну, я тут этот раскапываю, туда. Куда? Наверх, на волю. Я тоже. Там просто прям какой-то этот. Остров красивый. Там два острова, между прочим. Нет. Один такой прям ровный, прям, знаешь. А второй. Ты уже на воле, да? Нет, алмазы. Настоящие. Да ладно, не настоящие. Не настоящие. А, блин. Еще фальшивые рядом. Я фальшивые тебе оставлю. А вот вода уже. А, кстати, мы на уже на берегу, да, по идее? Надо чуть-чуть в бок копануть. В мою сторону копай. Чё? На мою сторону копай просто. Эх. А, ни хрена. Ты уже что, вылез? Ой, лошара. Ты уже вылез? Нет. Пока я изумруды нашел. Чё за хрень? Чё такое? Я утопил муравьев. Жестокий ты человек. Тут фальшивые изумруды. С душой, а ты к ним. Фальшивые изумруды, короче, были. И они в воду упали, муравьи, которые оттуда приперлись. Я ураниум нашел. Давай кто быстрее доберется до этого. Ну, я ураниум добываю, я не добираюсь пока что. Еще утопил муравьев. О, нифига себе. Че? А-а-а! Ты выбрался, что ли? Почти. Ай. О, тут девка, слышишь? О, тут люди. Какие нахрен люди? Тут люди и сундуки. Два сундука. И спавнер. Не... Стой, не надо. Я давай видео... ко мне. ТП-шни сюда. Меня. ТП. О, все это. Блэкджеки. Ну ты понял кто. Понял. Так, тут фигня. Так, тут... Не забирай, я посмотрю просто. Корндог. Корндог я заберу. Весь? Хот-дог. А, ты хот-доги. Да, нет. Да. Рыбка всякая. Ну, забирай все остальное. Тут спавнер телок, что ли? Ау, ау.
Интересно, кто озвучивал эту тёлку? Саша Грей. Слушай, их слишком много. Это, короче, твой ос. Это чё за хрень? Диплодок. Кого? Я тебя даже не различаю где-то. Диплодок, говорю. А он кусается, интересно? Он кусается! Сколько он красный. У него... И нафига ты ко мне его припёр? Иди нафиг. Ну сейчас девочки... Девочки разберутся. Слышь? Всё, они делает... ничего не сделают. Делай там, я здесь. Ты гонишь, нам надо общий. Вот, делай общий там, а я здесь. Ты дурак, что? За тобой... Смотри, за тебя, смотри, что. Зомбачки. Ну, надо вот так. Хоп, 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 хоп. Диплодок, диплодок. Слушай, надо день сделать. Окей. Утонул аж. Давай, может, дерево нарубим и придем. А, у меня есть дерево 26. Ну, короче, необработанного. И один саженец. А давай из булыжника сделаем этот остров. Ну, потому что у нас булыжника больше всего. Да. Ну, еврейство там и так далее. Кстати, про еврейство. Че? Не скажу. Это будет не политкорректно. Сейчас тебе покажу, что-то по некорректно. Еврейчик-то наш. Ну, я понял. Смотри, 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 динозавр к тебе плывет. Он не ко мне, он к тёлке. Он слишком здоровый, чтобы мы его могли убить. Они тонут в воде, интересно? Муравьи нет. Это же Майнкрафт, тут никто не умирает в воде. Ой, крабы, крабы, крабы! Где? Краб! Уплывай! Он слишком здоровый! Да побежали! Смотрите, вот обычный краб. Побежали! Ты что знаешь, один удар и все. О, он идет как... Он сражается с диплодоком! Ух ты, нифига себе, прикольно! Давай посмотрим! Стой! Знаешь, что будет? Че? Один убьет другого. Годзилла, что ли? Вон он убил диплодока. Пошли лут собирать. Я поплыл уже вниз. Хамы... Еврейство, вот что значит. Ты где? А я внизу. Я забрал. А. Нет, ты... ты забирай, забирай тут. Ты охренел за мной краб и скелет. А-а-а! Я умру. Я тебя вижу. У меня жена, у меня дети. Забрал? Я умер! А у тебя не было этого? У меня факела. Было много чего. А, вот они, мои шмотки, похоже. Да, а вот у меня факела не мог. А, блин. Смотрите, как мы должны выживать под землей. Опа. Блин, мне кажется, что-то быстрее умираешь теперь под водой. Да не очень. Собрал шмотки? Да, свои собрал почти. А этого диплодока? Тоже, походу. А, ну я не все собрал шмотки, походу. Я вот сейчас собираю, вот, плаваю и вижу. Я вообще подводный житель. Молодец. Так, мне вот главное сейчас будет шмотки все собрать, блин. Не видно. Вот кирки. Так я какой-то... Знаешь, космонавт, блин, под водой. Да? Хожу. Космонавты под водой не ходят. Да ладно, я хожу. Вообще нифига тут нет. Все, я наружу выплываю. Я все собрал, походу. Ну, что-то как-то шмота меньше стало. Ты один из немногих людей, который все собирает, но у него уменьшается шмот. Ага, а ты где, кстати? А, вот он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, всё, тебя, тихо. Тебя долбят лунтики. Лунтики? Если тут нафиг лунтики. А я хот-дог съел. А ты хот-дог, да. Забирай шмотки мои, забери! Забери меня с собой. Да ты утонул. Забери шмотки, я умер. ТПшнись быстро и забирай сам. Вон они там.
Еврейские вы морды. А то еще я потеряю тоже свои шмотки. Тоски. Я что-то вижу. Тёлк. Второй раз. О, коинс, коинс. Блин, ха, повезло тебе с коинсами. А там алмазик всего лишь. А что мы делаем, не понимаю. Мы должны сделать остров. Да я может сейчас... Опять я сейчас сдохну! Ну, ты умираешь не потому, что ты лузер, а просто не повезло. Ну да. Угу. Ты охренел, ты лузер. Потом... И куда ты убежал? Я крафчу шмотки. Скажи мне, ты откуда убежал? А, откуда? Ну? Вон оттуда. Откуда? А, вон. Понял. По берегу, да? Да. Эх, оденем. Что? Нагруднички всякие там. Что у нас еще есть? Нифига нет почти. Так, а где? А, вот они, шмотки мои. Не всем, но кое-какие. Ёжик по скайпу только что звонил. Чё они врут? Ну да. Турбо. Мы же с тобой как полтора часа где-то общаемся, да? Ага. 13 зрителей всего. Мне надо заранее предупреждать. Ну да. Ребят, кто будет смотреть это видео, в субботу 20 числа будет новый великолепный стрим. Может, более продуманный. Ты задолбал ко мне, тупо что? Да, потому что... Всё, у меня вещей нету. Диггер. Я пойду забирать вещи. Отрабатывай. Попробуй. Как у тебя вещей нету? У тебя ж... О, смотри, тут змея плавающая. Ну, не трогай ее. Это обычно плачевно кончается. О, нашел. Нашел. Все, я, короче, делаю себе хату. Мне уже скучно. Ну, у меня такая музыка такая еще. Скучная. Так, где бы мне сделать хату? На воде ты же хотел. Заткнись. Ну, остров там на воде. Сделай его по старинной технологии индейца Вуду. Чё-то хрень какой-то ты сказал. Заткнись. Сам ржешь, сидишь. Сколько можно ко мне тпшиться? Ты уже... Да потому что. Бомжище. Блин, хоть какие-то то вещи, но я забрал. Так, чё? Секрет. О-о, крабики. О. Суслики, крабики, всякие неугодные. А, ты хочешь под водой дом сделать? Давай под водой сделаем. Как ты сделаешь под водой это? Ну, ты что, не знаешь, что ли? Ну, пока его выроем. Ну смотри. Ну вот так вот. Я пока шахту делаю, ты можешь добывать ресурсы. Под водой, что ли? Ну, где хочешь. Можешь наружу пойти. Если я дом себе под водой сделаю, то значит я буду там жить, да? Ты? Ты не знаю, может ты будешь там жить, может не будешь там жить. Кто тебя знает вообще? А мне вот эта хрень нужна для того, чтобы сделать вот эту хрень. А вот эта хрень нужна, чтобы сделать вот эту хрень. Вообще все взаимосвязано в Майнкрафте. Как-то зрителей мало, да? Посмотри. Ну, потому что после этого ушло. Ну да. Зачем ты туда что-то скидываешь? Ты туда нырнул? А ну вылазь быстро. Я что-то собираешься делать. Показывай. Шахту. Прикольно. Давай посмотрю, как ты это делать будешь. Магическим способом. Стой. Ни в коем случае сюда не прыгай. Да я знаю. Скинь мне палки. У тебя есть? Ну, да, есть. Сейчас скидываю. Сделаю. Сколько? Да сколько можно. Ладно тебе, сделаю вот столько. Да. Ну, ты типа лестницу делай, да, будешь? Да. Да хватит тебе на лестницу. Да, у меня есть немножко. Ну, сам понимаешь, дефицит, кризис, доллар упал. Ну да, доллар упал. Точнее, наоборот, поднялся. Рубль упал. Опять я этой чертовой картой копаю.
GPS. Какая-то она шахта получается не маленькая. Ну да. Так. Че, спускаться? Пока нет. Теперь можешь. Ты как какой-то, знаешь, шахтер, блин. Такой весь. Знаешь, что сделай? По краям вот отрой все. А, понял. Все. У тебя нет лопаты? А, могу сейчас алмазную сделать, хочешь? Ага. Сейчас сделаю алмазную лопату. Видишь? Че? Ох ты, нифига себе. Я хотел тебя толкнуть только что. Да я догадался. Эй. Надо замуровать это. Не-не-не, а давай туда вниз спустимся. Зачем? Ну, типа шахты и вот шахта эта. Ой, да ладно. Нам еще остров нужно делать. Ну да. Ты делай, я могу туда вниз спуститься, хочешь? Ну потом, может, спустишься. А нет, сделай вот так, смотри. Нафига так делать? Ну, сделай как надо, вот и все. Я закрыл, чтобы туда никто не упал. А, ну ладно, пусть так тогда будет. Так, пойду себе лопату сделаю. Ой. Алмазную. Что за темплейт тролл? А. Ты о чем? Понял. Заткнись. Ты о чем? Темплейт тролл блок. А, понятно. 20 человек смотрят. Уже. Ну, уже неплохо. Ну, если подольше постримить, то народ будет. Так. Так, всем привет, кто смотрит, кстати. Всем привет. Всем кювет. Кювет. Так, туда вниз пойдем, да? Ну, кто как. Кто на дно. Кто на дно, кто вниз, кто вверх. Блин. А ты поднимаешься, зна. Я просто лопату сейчас крафчу. Давайте дам. Да я уже скрафтил. Не алмазный. Я тоже. Потому что ты здесь очень плохо все сделал. У тебя сколько алмазов еще? Все, нету. Блин. Понимаешь, мы здесь должны сделать свою резиденцию, а не просто копать. Резиденцию? Резиденцию. Политическое убежище, резиденция. Тебе не знакомы эти слова? Я понял. Лох? Нет, ты лошара. А ты же сам сказал, я лох. Я не говорил. Не надо меня в заблуждение вводить. Че там вводить-то? Хрень какая-то. Да сундучок. Были под землей какие ништячки, да? А какие? Ну там сундуки там. А есть, прикольно. По-моему, спаунер всякий. Ну, то, что вот эти вот с ванильного Майнкрафта ни о чем. Неинтересно. Тут где-то спаунер, слышишь? Ты откуда знаешь? Я слышал этих клопов этих. А, о! Тут этот. Шахта. Mm-hmm. Давай сюда. Тут в разветвление пойдем. Подожди. Я сейчас занимаюсь обустройством нашего гаража. Ой-ой-ой, тут сколько развилок, слышь? И спаунер. Ты чё заснул, что ли? Ай-яй-яй-яй, ясно. Чё там? Блин. Ни хрена себе, ты шахту отрыл. Давай сюда, спускайся. О, сваль. У тебя есть этот меч? У меня есть железный. Ну вот, убей тут всех этих клопов. Там... Клопов? Да. Клопы, они сильные. Как они? Пауки. А, я их клопами называю. Сейчас, ну, подожди. Клопы пищат. А, с них железо падает. С этих клопов? Да. Прикольно. Ну давай убей тогда у меня, потому что нету ничего. Чем ну, отбиться. Подожди, я сейчас не хочу убивать. Я пацифист. А, да ладно, ты вообще. Короче, лучше сам сделай. А тебе не дождешься. Ой, ладно. Спасем этого несчастного убогого. Да все, не надо. Фу, человека.
Это же обычные пауки. Клопы это. А где спавнер? Да вот тут спавнер. Меня отравили. Я не вижу. Вот тут. Это вот этот маленький клопик. Да вот там, вот там, вон там. Я умру сейчас, братан. А, нет. Я не вижу. Да вот, блин. О, ух ты, прикольно. Шахта. Все, да, отлично. Данж. А где спаунер-то? Это не данж, это шахта. Данж будет, когда это... Найдем. Фу, блин. Да там где-то спаунер. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Может, ко мне сюда пойдешь? А здесь тоже данж. Блин, подлагивает что-то. Подожди, а чем отличается данж от спаунера? Ой, от этого. От шахты? Шах, да. В данжах там, там, знаешь, еще спаунеры крутятся такие. Знаешь, квадратная такая халупка. И там сундуки стоят и этот. Спаунер с какими-нибудь мобами, например. Со скелетом. Не знаю, я данжем называю вот эти заброшенные шахты. Называй как хочешь. Ух ты! Нашел этот. Шмотки. Чьи? Ну, в этом. В сундуке? Ну, который на вагонетке. А, я никогда не находил их. Да? Угу. Да ладно. Странно. А? Тут, кстати, железа много. Железо? Угу. Ты лошара. Железо. Блин, я теперь потерял вход нашу эту. Да, наверх там надо куда-то копануть. Так, тебе есть... Поесть что-нибудь есть? Конечно. Но. Я думаю, тебе дать. У меня дофига. У меня изумруды я добываю сейчас. Я тебе говорю, есть что поесть? Да? Да, изумруды есть. Да у меня дофига еды. Окей, я тебе не поделюсь. Да офигище. Беконы всякие. Ну не бекон, а этот. Хот-дог. У тех много? Ну, 7 штук. Много в основном? Опа! М? У тех много? Нормально. Если тут а зомби, то тут может быть данж. Что за хрень? Блин. Что такое? Да, тут дорогу перегородили. Перегадили. Перегадили. Может, эти соберем? Лестницы, ой, пути. Опять, блин, идите нафиг. Ай. Ай-я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 й. Ты опять какую-то проблему на свою... Муравьи, 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 муравьи. Много муравьев. Голову нашел. Почему муравьи-то... Блин, в изумрудах и... спавнится. Они мне везде, только... любой блок может быть зашифрован. Зашифрован? А почему-то ну, не пишет там. Ну, он никогда не блок напишет. Блок такой-то, блок такой-то. Алмазы? Лол, что? На 26-й высоте? Ну, попробуй. Не хочу. А может быть и правда алмазы, да? Да-да-да, конечно. Может быть и правда. Я не буду тогда их ловить. Ну, попробуй, что? А вдруг? На 26-й высоте алмазы? Да ты гонишь. Почему? Я гоню. Это ты их нашел. Ай! Тоже, да? Да нет, я в лаве горю. Алмаз. Точно алмаз. Все. Нет, сколько просто... можно гореть? Самое тут... интересное... Че? Я еще моба нашел. Этого скелета, когда горел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сколько тут муравьев-то? Сколько их тут? Слышь? Угу. Тут их очень много. Ну, о, давай, слышишь, чё? Давай сюда ко мне, я тебе этот покажу. Сундучок с не тупаешь не меня. ТП, турбоёжик, крутику. На, открывай и забирай. Дай посмотри, что там. А, о, алмазика два. Ой, забирай. Два алмаза, изумруды, уголь, уголь. Лазурит. Кстати, хорошая, это хорошая вещь, ее нужно забрать. Ну да, даже вагонетку можно забрать. Стрельцами. Я вагонетку кататься. И забрал. Кстати, тут еще ниже есть. О, алмазы? Лол. Нет, это, наверное, уже фейковые алмазы будут, мне кажется. Где? Покажи. Да, фейковые алмазы. Все. Мог бы подождать 5 секунд, я бы ее определил.
О, я изумруды нашел. Не копай! Не копай! Ты не умничай. Настоящие, наверное. Они потому все настоящие. Я уже копал, блин. Вот они, настоящие, нормальные изумруды. Может, обратно вернемся? А вот как? Ну, так же по шахте. О, фальшивые алмазы. О, аметисты. О, фальшивые алмазы, так сказал. Аметистики. А, это тоже фальшивые, значит. Это фальшивые, не трогай. Окей. Ну, можешь, конечно, взять. Нет, не надо. Ладно, я заберу, если что. Ну, да, там, кстати, белые муравьи еще. Они опасны. Кстати, они переводят в другой мир нас. Вот этот. Ну, кристальный. Они все переводят в другой мир. А что у тебя нету этого? Брони? Да. У меня ничего нет никогда. Давай вагонетки вокруг острова сделаем. Чтобы кататься, да? Да. Ну давай. Две вагонетки есть, короче, уже. Ну блин. Может, по муравью ты прыгнемся в другой мир? Не, не хочу. Че ты как-то их очень много, тебе не кажется? По-моему, здесь спаунер. Мне тоже так кажется. Вот тут где-то, смотри. Да, тут спаунер. Ой-ой-ой. Меня отравил. Всё, побежали, 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 побежали. Нас сейчас убьют же тут. Да... Тихо. Блин, чуть не убили. Тварь. Я пока отрегенюсь, посижу. Ой, пиздюк, пиздюк, пиздюк. Хочешь, ты пахайся ко мне? Ой, крипер! А ты игру на весь экран сделал? Нет. Ну, значит, у тебя полосы были. Ой, ничего страшного. Меня опять отравили. О, я еще шахту нашел. Муравьи, блин, F11 делает на весь экран. Вот он. А я вижу, как они откуда выходят. Откуда? Да, прям со стены. О, ой-ой-ой. Сколько их тут? Это ты про тех вонючих муравьев? Ну, вообще. Помнишь, мы же на этом моде играли? Какой-то спаунер нашли в этом, в раю, помнишь? Или ну. Где? Ой, там какой-то необычный был спаунер этот. Какими-то мобами там жесткими. Тут слишком много земли, чувак. Да, я знаю. Это может означать только одно. Здесь земля. Мы находимся на земле, да. Да, они выходят из-за стены, ты был прав. Угу. А может спавнер какой-нибудь там в стене у них? Не знаю, все возможно. А если спавнер уничтожит, то это будет четко. Здравствуйте. А это настоящий эмераль, посмотри. Я не знаю. Вот тут вот. Тут. Нет. Так. Вот смотри их сколько, смотри, смотри. Ой, ой-ой-ой. Они с пола даже высовываются. Я, нам бы бензопила не помешала бы. Ну да. О, смотри. Я походу нашел. Я еще... А, тут, мы тут были походу. Тут просто да. Есть моб, который может с землей кидаться, как не знаю. Поэтому я подозреваю, что он здесь где-то заспавнился. Но это сильный моб. Сколько хп примерно? Может убьем? Может и убьем. Ну, как убьем, я убью. А, ну если ты убил, то значит и я убью, потому что ты же не очень в ПВП. Мы с тобой пытались играть в этом? Голодные игры. Да. И чё, как? Я был чемпионом мира. А, ну понятно, значит, ты сливал. Нет. Блин, надо побыстрее уйти. Опять. Блин. Ай! Чё ты орёшь? Да меня сейчас убьют. Кто? Кто еще меня может убить? Невезучие, да? У меня пол хп осталось. Так, ну тут закрыто. Да, бывает.
Раньше я был батя попа, а сейчас какой-то. Даже муравьев боюсь. Бедняжку, чуть муравьи не задавили. О, черт! Что такое? Крипер. Я тут ломаю себе эти, ну, железную дорогу. И тут впереди, опа, крипер. Кстати, у меня сколько? У меня 12 железных дорог. Не, у меня 40. Нормально. О, сундучок. Опять? О, хлеб. Нормально. Все что, еды нет? Вагонетка нужна с этим? Да, нужна. Если хочешь, бери. Кстати, надо еще динозавров наловить нам. Ой, нифига себе, мы где находимся. Где? Далеко? Ну, мы в ша... ну, этом, в карьере находимся, подземном. Ты не знал? Я вижу, вижу. Ой, там крипер, смотри. А он не пройдет. Ой, я алмазы вижу, слышь. Вон там. О. Забирай. Стой. След настоящий. Крипер. Ой, ты уже, ты себе меч уже сделал? Давно. Это не настоящий. А там, а может быть настоящий и не настоящий? Плюс. Ну вот смотри. Ну боже, ну нафига? Ну ты же сомневался. Нет, я не сомневался. Просто я не люблю, когда муравьи меня бьют. А их никто не любит. О, смотри, тут еще вниз можно пойти. Блин, одни фальшивые алмазы. О, черт. Крипер прямо передо мной. О, алмазный блок. Я алмаз еще нашел. Блок? Алмазные блоки, да. Ну, блок он не бывает фальшивым, так что можешь смело добывать. Кожаная броня, скелетик. С такими короткими ножками. Как ты прям. О, изумрудик. О, два целых. Все, я себе... А, там 18 же надо, да? Мне 18 только будет. Там нужно 20. Я слышу твою мышку. Да? Ну, ладно. Ой. Мне твоя помощь нужна. Да. Какая? Тут алмазы есть. И? Распознать нужно. Ну, ТПшник. Так, сейчас. Ой, черт, где? Вот этот, вот это. Это настоящий. Да, нормально. Сейчас выкопаем. Ага, чем? У меня лопата сломалась. Ой, кирка. У меня нету. У меня только одна. Ну ладно, я сейчас. Тебе нужно скрафтить в любом случае. Ну ладно, алмат. Я заберу. Ты что? Забирай. Я себе шмотки просто сделать хочу. Алмазные. Кстати, про шмотки. Воспользуемся твоим верстаком. Сейчас обманул меня по-любому. Не, я не обманул. Насчет чего? Насчет этого. Я никогда не обманываю, чувак. Ну да. Блин, я хочу на свой остров. Я же как это. А можно вообще тупо новый построить? Кого? Остров. Кого? Чего? Ну да. О, алмазы. Настоящие? Я откуда знаю где. Нет. Сейчас выкопаешь по-любому, потом подойдешь. Зачем? Если бы я хотел, я бы и те выкопал. У меня просто уже алмазов много. Как много? Две штуки, у меня в основном аметисты. Они меня интересуют больше. Окей. Значит, надо как-то под лавой, ну, возле, по лаве прям пройтись. Знаешь? Вот так вот. Может, какой-нибудь... Ой, ты доиграешься своей лавой? Нет, я не доиграюсь. Аметист, походу, фиолетовый нашел. Да. Очень ценная вещь. Ну как? Алмазной киркой вырубишь, да? Да. О, титаниум! Да, да ладно. В обычном мире. Он есть в обычном мире, только редко. Титаниум, ураниум, это самое-самое ценное, что есть в этом мире. Ну, правда, их нужно очень много добыть. Ураниум, он что дает? Он как выглядит ураниум? Он значит. Желтый. А, я только что видел недавно ураниум, не выкопал. Лол.
Ну, не надо. Потому что бетон не знал, зачем? Тебе же не нужны суперские шмотки. Вот фальшивые блоки. Нашел. Главное, мобов нету. Этих суперских. А, они в другом мире. Блин. Окей. Так, сделаем вот так. Попробуем вот так сделать. Я куда-то упал. Откуда-то. Смотрите там. Ух ты, по две штуки выпадает. Чё? Ну вот это вот. Фиолетовый. И чё из ты из смотрел, этого? Сколько сделать? У нас человек? 40. 42, да. Неплохо. Нормально. Привет. 46. Здорово. Привет, друзья. Всем привет. Да. Так. О, а я сейчас замучу кое-что классное. Под, над нами-то вода находится, а под нами лава. Взять, короче, воду раскопать, чтобы лучше было. Какую воду? Сохранил. Во, четко. А сюда. Я пошел, короче, остров делать. Жди меня. Надоело мне с тобой сюкаться. А тут спавнер какой-то, мне кажется. Когда кажется, креститься надо. Я не крещеный. Ну вот начинай. Я не хочу. Ну это твои проблемы. Есть, 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 есть. Кракены! Кракен? А, нету. О, помнишь этих кракены? Помню. Бред такой вообще. Я выбрался наружу, короче. Ты их убивал хоть раз? Да. И что из них выпадает? Да там много чего. Ну они спавнятся как раз около воды. Нормально. Угу. Темнеет, кстати. Сделай таймсет. Окей. Все? Угу. Я нашел песчаный остров. Ой, я эндера нашел. О! Пчан, а еще нашел. То, что сделать тебя счастливей. Что? Сейчас узнаешь. Ступняк ураниум. Только я не знаю, что-то я выкопал. Конечно. А, четко. Титаниум. Я так и думал. Угу. Но его нужно очень много. А не... О, классная вещь. Я какая? Тебя теперь с первого раза могу убить. Ну боже. А что ты нашел? Палочку? Ну, не совсем. Я вылазю тоже к тебе. Может, тупо ТПшнуться что-то. Я же нормальный человек, я же не люблю тпхаться. Ну и возьми тпхаться. Ну да. Смотри, прикол. А это что такое? Видишь, что у меня в руке? А, не надо, не бей меня, не бей. Защитись мечом. А мне нету. Как нету? Нету меча. На. Ну, так. Защитись. Смотрите, ребят. Ту-дум! Смертельный номер. Барабанная дробь. А что ты делаешь? Ты понимаешь, все, я забираю свои шмотки. Я ничего нифига не себе. Ты где взял эту штуку? Ну это она растет иногда. Это красный кристалл. Слушай, этот большой остров, конечно, но здесь ни хрена нет. Ну это пустыня же, ведь. Вот этих червячков видишь? Да. Где ты? Смотри, вот что они могут. Вот. Смотри на меня. Видишь? Вот эти вот? Да, ими можно кидаться. Это что за хрень? Вот я тоже думаю, что это такое? Гриб? И слушай, твои вещи сгорели. Спасибо вообще, ну... Я тебя отомщу. Блин, гриб. Не надо меня червячками бить. Я тебе сказал, я тебе там... А вот чьи-то вещи. Да ты гонишь, что ли? Зато узнали, что это красная хрень делает. Я не знал раньше. Я знал, что красный кристаллик мочит. Это камни, слышишь? Это камни. Да? Вот это вот черные камни. Дурак, блин. Точно камни? Иди нафиг.
Да чё ты там одну-две рубашки потерял всего лишь? Нифига себе, ты видел, сколько из меня шмоток выпало? Чё за хрень? Palmfield Rock, где ты, скотина? Красный? Нет, черный. О, ну, стрекозы. Это... Давай я стрекозу, блин, подобью. Супер снайпер, блин, взял воду кинул. Супер снайпер. Так, стой, давай я тебе шмотками поделюсь. Да, давай. Сейчас опять убьешь меня. А у меня ни хрена нет. Ну да. Даже железа не добыл особо. Вот, можешь взять немножко железа, алмазов, изумруд. Аметист я себе оставлю. У меня были аметисты. У меня их было 4 штуки. Ну вот, чтобы хоть что-нибудь скрафтить. 4 это немного. А, еды. На, где же еды? Много мне еды добавить. Да, у меня много нет. У меня было много еды, пока ты меня не убил. Да это не я, это камушек. Нифига себе, камушек. С Чернобыля, что ли, камушек? Обычный камушек. О, хе-хе-хе, лошара. У меня заспаунился страус. Страус? А, кататься, да? Любишь кататься, женись на кататься. Чё? Японская пословица. Кататься, привет. Я сейчас тебе покажу японскую пословицу. Ты где? Я рядом, сзади. Сзади. Слезь! Иди сюда. Я ищу остров. Иди сюда. Я нашел остров. Я к тебе покажу. Пока подожди, подожди, это наш остров. Помнишь? Вон он. Вижу. Здесь смотри, крабы, фу. Ай. Смотри, один большой здоровый краб и еще мелкие крабы за ним. Ну, ребенок, ребята, ребенки, дети. Дети. Вот еще остров. А, это не остров, это материк. Нифига ты тут. Давай на этом острове, давай выживать. На каком? Вот этом материке. А, ну это не остров. Вот, видишь, там островок такой? Ну назад. Да. Там такой островок был. Ну здесь крабов много, они нас тут укнут. Я к тебе ТП хоть, как читер какой-то в сампе. Ну вот здесь останься. А ты где-то тоже будешь? Опять ты улетел. Ну подобывай здесь, я поищу хорошее место для нашей цивилизации. Может завтра с ними продолжение стрима? Тоже думаю. Просто понравилось мне это выживать в этом моде. Не, стрим легче снимается, чем видео. Ну там рендерить не нужно и так далее. Ну и так не рендерю. Выкладывать не нужно. А! Только если бы черный экран не сделал. Ну не черный экран, а эту хрень не сделали бы. Было бы четко, да. Я что-то вижу. Посмотрело бы нас бы, много народу бы, да? Ну да. Теперь они нас ненавидят. Ну точнее меня, тебе это пофиг. Вдруг. И нет. Вдруг и нет? Да. Какие-то баги бегают тут. У нас 60 зрителей. Ну да. Так, что там комментарии? А где же Настя? Кстати, может им IP дать, пусть зайдут? Гонишь, что ли? Да дай, блин, напиши в чат. Тут максимум 1, 2, 3, 4. 6 человек максимум еще зайти может. Ну пусть кто успеет, тот зайдет. Ну давай. Ребят, мы сейчас кинем IP в чат, заходите. Ты такой, как сказал, такой. Блин. Кто-то хотел играть с Турбоёжиком, вот у вас есть шанс. Прямо в онлайн стрим. Я скажу, у нас сейчас игра вылетит. Ну не факт, пусть зайдут, попробуют. Если вылетит, выкинешь их. Я не смогу. Ну, значит, закончим стрим. Ты скинул IP? Ага, сейчас скину. Они где-то через секунд 30 узнают о том, что мы спим. И сервера. Интересно, они успеют зайти? Кто успеет зайти? А, они не смогут, здесь же с модами. Стой, не скидывай. Нет, у них же есть, наверное. Откуда у них? У них же... А, у них нету сборки? У кого есть сборка модов, тот сможет зайти. Блин, если бы это был ванильный, они бы зашли, а так вряд ли. Нет, ну вдруг кто зайдет? Посмотрим. Это зря потроллишь только. Ну, кто сможет. Ну ничего, скоро, буквально через недельку будет готов сервер Турбоёжика. Вот туда можете все заходить.
Утешил так, блин. В онлайн стрим. Ну, реально, сейчас сборка с модами, у нас никто не сможет зайти. Можно, в принципе, на какой-нибудь сервер зайти. Здесь мод Overspawn, Core Chicken Core, на минимап и так далее. А, в этой сборке ни у кого нет, да? Ну, есть, я ее скидывал, но я не думаю, что сейчас найдутся те, которые ее качали. Тут сражается водяной дракон с еще одним другим драконом. А ты что, все-таки на страусе прыгаешь еще? Ну, да. А я бегаю в поисках цивилизации. А, я опять к тому острову приперся. Я его назову остров Ямайка. Ямайка. Да, я футболка. Знаешь, что я нашел? Что ты нашел? Какой-то домик на дереве. Ты че? Ну, молодец, что тебе сказать. Тебе это пахнуть? Да. Ой! Ой! Че ты выкаешь? Блин! Деревянные монстры! А, это дерево. С них падает дерево, между прочим, когда их убиваешь. Да ладно. Да. А потом жить можно в этом доме? Не знаю. Домик на дерево, прикольно. Они постоянно оттуда падают, по-моему. Они же ничего не делают, да? Они убивают тебя, ты чё? Смотри, тут лесенка. О, прикольно, да? А, не защищает, наверное. А, тут спавнер. Стой, не запирай ничего, я посмотрю. О, да, тут не очень так. Горшки, саженцы. Ломай все, слышь. А давай здесь жить. Я тоже думаю, давай тут жить, ты только сломай все, главное. Кстати, я мечтал всегда домик на дереве. Серьезно? Да. Давай так сделаем еще. Заспавнили, смотри, спавнится. Они машут тебе. Они бьются. О, красный. Всё. Этот есть. Домик на дереве, отлично. И сундук есть, да. 76 человек смотрит нас. Привет всем! Так, давай я сюда верстак поставлю, да? Ставь все как надо, все как положено. Надо вот этих поубивать еще. Вот так. Сейчас чуть замутим. Сделаю печку. Положу туда переплавляться железо. Все? В принципе. А давай тут этот сделаем. Дверь. Какую дверь? Внизу. Ну там я везде прорыл. Где хочешь, там двери делай. Не, что-то расхотелось. У меня дерева нет. У меня есть. Я в сундук скину, короче. А, там походу тоже дерево есть. О, нормально. Вагонетки у нас еще. Угу, прикольно. Так. Кстати, а, это же старая версия, потому что новые же добавили там типа двери новые, ты знаешь, да? А, да-да-да, красивые. Кстати, я тебе обещал отомстить. С муравьями? Нет. А с чем? Увидишь. А, не надо мне камушком кидать. Да какой камушек, ты чё? Ты охренел, что ли, своими этими? Надо эй! Закрыть. Чё? Пойдем отойдем. Смотри. Хочешь меня взорвать? А. О, смотри, как раз для дома защита у нас, типа, знаешь? Какая от мобов вред. Как? Ты меня отравил. А чем ты это сделал? Зеленым. О-о, лошара, пошли за мной. Блин. Видишь? Чё там? Сделай день. Сейчас. Опа-на-на! Там еще одно дерево. Какое нафиг дерево? Ну это... О! Понял? Данж, что ли? Или что? Или это... Не знаю, что это. Да, я тоже, по-моему. Но я думаю, там ничего доброго нет внутри. Я крипера поджег, знаешь, как этот какой-нибудь маг. Ой, маг, блин. Да. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, я знаю, что это улей, слышь, пчелиный. Я понял. Давай лучше отсюда уйдем.
Ну я тоже подумал, обратно домой. Ты да? Вообще вали отсюда, я их привел сюда. Все, бежим. О! Кто-то заходил, слышь? Я не знаю, кто заходил, но сейчас. Кто-то заходил. Если я убью пчелу, с нее выпадет много полезных вещей. Но, о, упала. Уточки. Это полезные вещи? Ты собираешь их? Уточки собирать можно? Уточек можно убивать, с них яйца падают. Утиные. Не, не буду. Я пчелу замочил, с нее выпало, знаешь что? Не трогай уточек, они кусаются. Они же такие безобидные. Они крякают, знаешь как. Пчела идет. О! Смотри. Народ. Роуз 780, привет. Ты скинул IP все-таки? Да. Ну ты же сам сказал, я в этот же момент скинул. Ну им нужна сборка модов. Наверное, у него есть. Ну, кого-то есть. Я убил скунса. О, у меня что-то кружится голова. Тебе-то телепортировались. О, привет! Пусть напишет в чате. Блин, у меня сознание теряется. А кто это такая? Откуда у нее сборка модов моя? Вот она шустрая. Верная подписчица. Или он, или она. Думаю, девушка. Давай ей чуть-чуть ресурсов. Давай, я алмазиков. А у меня нечего ей давать вообще. На, алмазиков тебе. Ну да. А, на тебе полстака дерева. Я еще и попкорн дам. И полстака булыжника. И все, у меня больше ничего такого нету лишнего. Она не берет ничего. А у меня, смотри, попкорн, который дает прыгучесть. И скорость. Да? Иди сюда. Есть поесть что-нибудь? У меня просто нет. Иди сюда, смотри. Покушай вот эту хрень. И посмотри на бафы. Воу! Воу! На, держи, девочка, тоже тебе. Кушай. Это падает с пчел. Только к пчелам не подходи. Да я могу с ними сражаться, мне броня позволяет. Да, ты убей. Очень приятно, Оля. Отойди! О, собирай. Опа, это что это? Вот это прыгучесть, который дают. Это у меня сахар выпал. Он не только сахар, там еще вот этот попкорн. Он у тебя только. У меня его нет. А, нет, есть один. Кстати, надо посмотреть в чате, что там творится после того, как ты IP скинул. А. Все, началось, короче. Кто зашел? Кто это? Взял, скинул ему IP. Ну, сам сказал. Так ну, что? Молодец, ну ладно. Хоть кто-то зашел, ну молодец, честно говоря. Я не думал, что смогут, потому что здесь некоторые моды, которые... Ну, тут надо было мою сборку качать раньше. Все и смогли зайти. Кстати, в следующем видео будет та же самая сборка, скорее всего. Поэтому советую ее качать. Но я ссылку на скачивание... А, кстати, могу прямо сейчас дать на сборку модов. Правда, мод у респаун нужно будет поменять там. Здесь обновленный. У меня до сих пор прыгучесть. А, все, у меня кончилось почти. Давайте я ссылку все-таки скину. Сейчас, секундочку. Что-то как-то подлагивает. Слушай, у меня экран не будет виден? Нет, не будет. Если ты игру записываешь. Спасибо. Где скачать ссылку модов? Скачай сборку модов, вот она вот. И в этот. А, так, я не могу добавить ссылку туда. А ты в описании добавь? Ну да, в описании только. Ребят, только в описании могу добавить, так что... И максимум 8 человек может подключиться. Ну, кто успеет, тот и подключится, чё. Ну да. В принципе, кто успеет, у кого хороший интернет, да? В описании первую строчку я скинул. Сохранил. Если что, обновите видео. Оно отобразится. Все. Скачать сборку модов, да? Ну да. Только единственное, там будет мод о респаун, центральный мод. Его нужно будет вам заменить на последний. То есть он там не самая свежая версия. Ну, короче, там будет 5 модов, один из них Ore Spawn. А как это Олечка справилась с этим заданием? Да у нее, значит, есть. Ну, может, и там... ну, в общем, Core Chicken Core, Race Minimap,
вот все эти. И последнюю сборку нужно заменить на последнего распауна. Я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, как Олечка сделаете. Это надо отдельное видео снимать. Она потерялась, а тут стоит что-то. Да можешь ее тпшнуть. Она, по-моему, очень сильно разбирается в Майнкрафте, поэтому... Может. Кстати, давай сделаем такую традицию. Все последующие стримы люди могут заходить. Но только нам не мешать, да? Ну, то, естественно. Разживаемся. Можно вообще читы им отключить. Улей. Слушай, я хочу улей. Ну, мне тоже хочется. Как-то, не знаю. Там, может, шмотки прикольные есть, потому что... Пчелы... Ой-ой-ой, дождь. Я не знаю, как... ТПшни меня быстро к себе. ТПшни быстро к себе. Сейчас, погоди. Давай быстрее. Фух. Ты меня спас. Да дождь что-то как-то подлагивает начал. Олечка, кстати, тоже с нами ТПшится вообще везде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можешь, кстати, выйти. Почему? А, Роза. Да, Роза. Бежим отсюда. Забери шмотки, ну. Пусть заберут шмотки. Побежали. Пойдем домой, слышишь? А где дом? Дом. А где он? А, вон назад, туда идти надо. Вот туда, назад. Помнишь, да? Наша Розочка за нами топает. Я не вот помню там дорогу. Ну вот, назад, смотри. Беги обратно. Вот видишь, да? Вот туда нам надо. Нет, не туда. А, давайте яблоко дам. Зачем? Мне 5 яблок. У меня есть томаты. У меня хп мало. Ну, ешь яблоки. Не восстанавливай. Ну, как хочешь. Они хп восстанавливают, блин. Яблоки? Но. Зачем, золотые, что ли? Да. Ну, тут так бы и сказал, а то обычно. Ты где? Можешь ко мне тпшиться, я у дома. Опа. На. Да не, у меня есть зелье прыгучести. Он домик прикольный, да, такой? Ну ты же хотел такой домик. Я всегда хотел такой домик. Что за трава? Кукуруза, что ли, недорощенная? По скайпу? Че, по скайпу? Согласен или нет? Ты чё? Ну, пишут. А, Росен? Добавь. Пусть меня добавляет, да? Ну, не тебя, а вот на... О, кто кому звонил вообще? Ты ко мне, потом я к тебе. Не знаю, как сделать, чтобы она в разговор добавилась? Ну, давай добавлю ее в друзья, пиши скайп. Ну, окей, давай. Пиши скайп. Подожди, пиши. Она в стриме увидит. В стриме все увидят наш этот. А, ну да. О, богомол! Не пиши. Богомола давай убьем. С него алмазы падают, между прочим. Но его убить не так легко. О-о, плохая была идея. Богомол? Да тпхайся ко мне, помогай. Идем. Он меня так убьет. Меня тпхай, быстро, 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 быстро. Ай! Чё ты творишь? Чё это такое сейчас было? Я тебя подставил? Ты как-то меня убил, и я... Блин! Меня убил богомол. Все, ты пэхаемся к... А, у меня вещи не пропали, отлично. Это она, наверное, включила нам. Роза. Ну, да. А, вот, у нее есть скайп. У меня есть скайп, турбо? И чё, А, блин... Пусть скажет имя тогда. Он, ты ее добавишь, а я позвоню к ней. Подожди. Нужно... Она может написать мне ВКонтакте? Напиши ежику ВКонтакте, скажи. Она просто спалит на всех свой скайп. И все. Потом будет мучиться. А, вот он ты где. А... Вы чё... И дом где? Пропал, что ли? Вон он там вдалеке. А, да? Недалеко, значит. Прикольно. Побежали ты где-то? Ну, прямо беги, вон увидишь его. Нормально, хоть шмотки не теряются теперь. Спасибо, Оля. Ты не знал, как этот код писать? А, раньше писали, я позабыл.
Мне как-то хочется улей пчелиный вот этот вот захватить. Загрейферить, да. Но нам нужны шмотки хорошие, не то что у меня. Даже мои не подходят. Ну, получше. Тогда это нужно точно готовиться. А, да. Я уже? Ну, уже давай, я посмотрю ВКонтакте. Так, небольшая рекламная пауза. Слушай. А? Что? А, все. Так, рекламную... А как сделать рекламную паузу? Ой, ой-ой-ой, никак. Картинку поставить только. Да? Да. Я поставил рекламную паузу. Ай! Надо время ставить нормальное. Тайм сет 0. Так, небольшая рекламная пауза. Полтора. Слушай. Опа. А? Лучник. Железный, что? А, все. Так, рекламную. А как сделать рекламную паузу? А где его железо? Никак. А, вот. Картинку поставить. Золотой шлем. Да. Выпал. И железного. Все, я в дом. Перерыв кое-какой. А, вот Оля. Она свой скайп не написала. Ну, пиши скайп свой. Да не туда, в ВК. А, я ей напишу сам. Ну, напишу. Эй, слушай, защищай меня. Блин. ТП. Ой! А я внизу был. Что-то утыканный такой. Ну, потому что там это. Пусть она тоже. Она написала свой скайп. У тебя железо есть? Не знаю, подожди. Я сейчас со скайпом разбираюсь. А как ее зовут вообще? Как я ее добавлю? Что-то она пишет так долго. Добавляйся быстрее. Ау. Ютуб в ютубе. 106 зрителей нас смотрит сейчас. Всем привет, все 106 зрителей. Хоть кто-то. Я тут, смотри, выбил этого. Курочку. Цыпленка. Она мне говорит, что добавила, только я ее не вижу. А, вот, все. Все, я добавил. Оля, Оля. Алло, Оль. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Здравствуйте. Ты вообще заткнись. Это моя... 10 зрителей всего. Так. Блин, надо музыку потише сделать, что ли. А чё это, у нас рекламная пауза закончилась. Все, ребят, начинаем снимать. Что-то как-то народ расходится потихоньку. Ну потому что рекламная пауза была. Ну да. Все, давай пойдем в шахту теперь. Надо воду как-то отключить. Какую воду? Ты вроде выкинул свой меч метистовый. Выкинул? Кто да. мне забрал меч? Я взяла, я телепортирую сейчас к тебе. Отдай мой меч. Кто это курицу здесь заспавнил? Я курицу заспавнил. Пусть будет. Взяла, отобрала меч у ежика. Нет, ты выбросил. Что-то как-то народ расходится потихоньку. Ну потому что рекламная пауза была. Ну да. Все, давай пойдем в шахту теперь. Надо воду как-то отключить. Чего? Воду. Ты вроде выкинул свой меч. Кто там сейчас смотрит? Выкинул? Кто? Все, а дождь что? До сих пор идет что ли? Если погода изменила. О, все. Это Олечка? Да. А как ты смогла нас добавить? Добавиться? У тебя же модов не было. Да, а да. Я не скачала твою сборку. У меня были основные свои моды много. Я просто перетащила их в другую папку и взяла нужные моды и скопировала то, что вы скинули в стриме и подключилась прямым подключением. Прикольно. Значит, не все моды. Сколько тебе лет? Мне 13.
А сколько было 10 лет назад? 3. А, молодец, считать умеешь. Ты считать-то не умеешь. Че, когда будем осаду делать? А, нам нужно вот ту. А давайте броню всякую сделаем. Вот, 7 аметистов я выкинул. Я геймрол кипмент ретро включила, так, чтобы сохранялись вещи после... смерти. Да-да-да, молодечек. Может, кровать сделаем? Каждый поступок. Знаешь, как сильно благодарил тебя Русик за это? Да, я слышала по стриму. А у тебя стрим включен? Нет, я его выключила, потому что отображается голос. Понятно, отображается голос. Что делать тогда будем? Надо шерсть там и так далее для кровати, потом лечь поспать, чтобы на респе не оказаться. Можно вот здесь поставить этот спаун-поинт. Спаун-поинт. А ты как его ставишь? Заткнись. Как ставишь? Собака А или как-то так? Тихо. Все, теперь спаун-поинт у нас здесь. А, все, нормально, да? Ну я его поближе к пчелам поставлю. Ну туда нужно забраться, чувак. Ну там спаунер. Давай. Поосторожней. То идите вы. У кого это шипит там? Не у меня. Оля. О, там даже вход есть, слышишь? Хи-хи-хи. Как спаунер этот ставить? Как этот спаунер ставить? Нас сейчас убьют. А, пусть убивает. Я в безопасности, это главное. Ой, еще водяные набежали. Все, я спаун-поинт поставил. Ой. Чуть меня водяные тогда убьют. Сейчас, стой. Жди, убей меня. Я не буду тебя убивать. Так, блин. Отойди. Да, в принципе, они... не сильные такие. Так, тихо. Сейчас тогда подождите, я тогда наушники одену, чтобы звуки не слышно. Давай. Да, давай. Я их сундук граблю уже. О, там штанишки. А это что за хрень? Опа. Жди. А, ты что-то типа у них... У них прикольные штанишки. Ух ты, у них какие-то палки тут есть, знаешь? А, это, знаешь, как стрелы, дротики. Да? Круто. О-о, у меня хп мало. Ой. Они нас задевают через стенку. Да ладно. Ну нафига? Это не я. Поставь там спавнер. Хуй нахрен спавнер. Спавнер поставь. Какой спаунер? Ну тут спаунер. А, какой нахрен спаунер? Ты вообще о чем? Ну чтоб тпхаться сюда. Как ты там делал? Спаунпоинт? Да, да. Спаунер, блин. Спаунер. Так, надо отрегениться. Знаете, яблоко отрегениться потом, если что. Стой. У меня есть великая миссия. Смотри. Кстати, пока ты не сломаешь спауны, ничего не будет. Это все будет больше и больше. А я знаю, как сломать. Отойди, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, я закрываю. Почти сломал. Закрыл. Давай. Открывай. Блин. А давай вот тут вот. Вот так вот заделаем. А, во! А, там вверх он, да, еще ломается? Руся. А где Оля? Она пошла наушники одевать. Руся, не мешай отцу. Я проход делаю. Вот, я могу сломать сейчас. Ломай, если можешь. Ай-яй-яй-яй. Что-то как-то... нигде надо... Я текаю отсюда, блин. А чё, нафига? Я пчёла на себя отстрел. Кстати, тут шмоток много, смотри. Ну вот этих вот, попкорна. Ну-ка ещё. О-о-о, тут до хрена умерла пчёла, оказывается. А как они померли? Я не знаю, от страха. А чё ты ушёл оттуда?
Стой, отводи пчел подальше, отводи, потом мы заспавнимся там, и их там не будет. Что, мы пропали? Нет. Что-то как-то прям много всего тут. Я заберу тогда все. Ну еще бы, ты не забрал. Давай, давай, давай. Отводим, тут еще водяные. Я их так называю. А тут ничего нету уже в улье. А мы же захватить его хотели. А я уже захватил, я там, тут ничего нет. Надо тогда добить последних. Только тут горит огонь. Кто это там шушукается тут? А тут что это за желтый минерал? Минерал? Какой? Губка что ли? А, да, губка. Это губка. Давай ее протестируем, она вроде воду должна впитывать. Ну да, она под водой, короче, тут расширяет. Ну, а давай. Просто. Работай. Она ни хрена не работает. Ну, не знаю. Бывает работа, бывает. Тут пчелы подохли сами по себе. Наверное, не в этой версии она работает. Ну да. Я помню, играл на какой-то там. О, вонючий пердун. Кого? Я убил пердуна. И пчелы. 32 этих попкорна. Попкорнышки. Я еще одну пчелу замочил. Тоже. Так. У меня 37 попкорнышки. Попкорнышки. Какой-то. Это где? Кто-то мне золотую яблоко кинул, золотое. Я тебе скидывал, чтобы ты. О, вонючий пердун. Где ты, блин? Бегаешь тут. Не пойми, где пердунов всяких видишь. Ой, голова моя. А вот и опять этот. Фу, у меня голова кружится. Сколько у нас человек стримчики? Меньше? Меньше. А, не, 140. Надо рекламную паузу, короче, не ставить больше. Да. Так, ребятушки, всем привет. Здорово. Так. Я же скинул. Дом вроде. Не забыть где. Да, там. Главное дом не забыть. Че не забыть? Дом, где находится, не забыть. А где он находится? Ну. Блин. Ой, извини. Ударил, ничего не залагало. Ничего. Ай-яй-яй. Оль, ты давно играешь в Майнкрафт? 3 года. Ты знаешь, что Настя тебе глаза выцарапает, когда узнает, что мы с тобой снимали? Почему? Она такая ревнивая стала. Вообще ужас. Меня даже Крусику ревнует. Боже ты. Я около дома метку поставлю. Она просто не любит, когда я с другими снимаю. Сзади крипер. Ну привет! А, кстати, сколько нужно аметиста для этого, для меча? 2. О, а, блин, червяк, 4. Червяк. Какой червяк? Настоящий? Не, виртуальный. Дождевой, что ли? Здесь червяки, смотри. Ой-ой-ой, они как-то бьют тебя, не пойми как. Вон там в глубине. Они под землю заходят, да? Еще и... Не, и я сваливаю. Блин. Мне пожрать бы что-нибудь, мне вообще ни хрена. Тебе на. Вот на аметистовый меч. Мне вот, спасибо. Есть. Откуда ты? Как? Где? Я же скинул 7 аметистов. А, ну да, спасибо. Так. Пошли червяка копать. На, еду надо? Нет, у меня есть. Пошлите червяка копать. И на рыбалку, да, пойдем? А ты где поставил спаун? А я здесь, у червяка. Сейчас будем его копать. Он где-то здесь, в глубине. Текстур. Чё? Я вижу эндермена с плащом и с мечом. Ну, это такой эндермен есть. Я пойду его убью, попробую. Ну, попробуй. Пойдешь со мной убивать его? Да, да, да. Сейчас надо поесть немножко. Я убил червяка. Точнее, одну его головку. А, это типа спаун, мы на спаун пришли.
Смотрите, как бы этого червяка еще выкопать-то? Ой-ой-ой-ой-ой, не умирай! Он жесткий, да, и не умираю. Если что, у меня, когда я умираю, у меня точка вот возрождения. Я могу по маркерам телепортироваться. Видишь, какая она опытная, не то что мы нубы. О, все, убили. А где? Что выпало? Ничего. А где червяк? Ты убил червяка? Ты же убил его. Нет еще. Мне кажется, нужно время ставить. Какое время? Ну, 12 часов. О, да прибудет свет. Ой-ой-ой-ой. Я никак не могу выкопать этого червеобразного урода. Блин, мне он надоел. Ой, боже мой, сзади, сзади! Ой-ой-ой-ой, сколько этих. О, тут еще один дом. Нифига себе, кто был. Нифига там, а циклоп это, или кто это? Какой-то. Че вы там хныкаете? Ух ты, меч какой-то нашел. О, эндермен с мечом, иди сюда. Лошара, ПВП. Вы когда умираете, у вас точка смерти не показывается или показывается? Я не знаю, где точку ставить. А я уже поставил вашу. На М, да? Что-то там. Да, на М нажимаешь, потом написано маркеры. Вот, Last Dest нажимаешь потом, и потом телепортироваться. И ты телепортируешься на свою точку смерти. А ты у какого метро живешь? У юго-западного. Ну, так и знал, что на москвичка. Я был на юго-западный один раз. Там огромный-огромный рынок, по-моему. Прямо у метро. Москвичи все, блин. Я один раз там был, всего лишь. Отмазываться начал сразу. Я не москвич, да? Я не москвич. О, тут, кстати, этот. Богомольчик. Большая это. Идите ко мне, ТП. Шахта. ТП. Русик. Кстати, я меч новый нашел какой-то. Богомольчика надо замочить. Смотри, что за меч нашел. Где? Вот. Я не вижу. Я сзади. Сзади я. Ну ты не прогрузился. Да ладно. А как он называется? Сейчас скажу. Помогай убивать. Poison's World. Он со стротой один. Ой, нифига себе, богомол. Как он выглядит? На, назад обернись. Видишь меня? А, да, вижу. Ого, прикольно. Он со стротой один. Хочешь бегать? Ну, он слабее, чем мой. Ну, он зато со стротой один. Побежали, куда? Толку от этой остроты. Ставь верстак. Ставь верстак. У меня нету. А, пойдем домой тогда. У меня есть кое-что. Аметисты? Нет. Сейчас я попробую из них меч сделать. Вот эти хрени. А, нет, из них только одежда делается. Тебе штаны нужны? У тебя есть штаны? У меня есть алмазные. Ты Оля, на, держи вот эти. Я это телепортировала свою муравью, если что. Да охренела. Кинула нас тут. Все, обратно телепортируй, сейчас только найду. Да я шучу, мы сейчас к тебе. Так, это что за дротик ты такой? Или попробуй его. Какой за дротик? Дротик. Кстати, сахар нам нужен? Ну, думаю... Поздняк. Не знаю. Кстати, иди сюда. Я тут. Тоже пытается. Он ни хрена не кидается. А он что, должен кидаться? Смотри, на землю сделай. Ну. Чё? Хрень какая-то. А, смотри. Типа это, раскидываться ими можно. Ха-ха-ха-ха-ха. И чё? Не знаю. Так, ну давай ты пахнемся так. Ай, ё! Пересоты. Я ещё нет. Я просто забрал те вещи, которые выкинул. Дунька на микрофон. Опять? Давай. А теперь это сделай, Оля.
меня микрофона нету. А как ты тогда говоришь? А, это у нее шипит микрофон. У нее фоновые шумы. Сильные? Ну, нет. Ну, иногда бывает. Когда она... Короче, Оль, тебе нужно побольше говорить. Когда ты говоришь, они пропадают. Ладно. Расскажи стишок. Не знаю стишков, я их забыла. Подождите, мы тут один стишочек учили с Настей, сейчас. Что там там, Онегина? А я что-то нашел. Слышишь? Онегин, иди сюда. ТП-хся ко мне. ТП? Сейчас, секундочку. И чё? Смотри, иди сюда, тут что-то бред какой-то есть. Чё есть? Бред. Ой-ой-ой-ой! Ты смотри, что там творится. Ты к спаунеру этих мангустов меня... Ой-ё! Ты пахни меня к себе. А, не, не надо, я сам. Да ты сейчас умрёшь сам. Все, я уже у тебя. Слушай, ну давай муравья найдем и в другой мир. Муравья. Я по коричневому телепортировалась. Ты в рай. Ну в раю ничего интересного. Там даже... И колбасное дерево. И драконы. Ну давай тогда шмоток наберем там, в этом раю. Ну, аметисты всякие. А, кстати, да, можно, да. Mm-hmm. Надо только дерево найти. Я, кстати, помню, где оно. А, курить дерево, муравья нужно найти. А, блин, думал, муравей бегает. Че, я на муравья, что ли, похож? Ну да. Да? Ой, тара. Оля, mm-hmm. Не молчи. А что делать? Рассказывай. Что рассказывать? В каком ты классе, на кого ты учишься? Какой курс закончила? Где работаешь? Как бы я не работаю. Тунеядцы. А страна тунеядцев, честно. Я работала. Страна тунеядцев. Раньше... Где ты нашел эту? Муравья-то. Я на красного ты пыхнулся. Блин, сейчас можно. Что там? Я не скажу, что я нашел. Это будут видеть только мои подписчики. Не беспокойся, через 30 секунд я увижу. Мы увидим, точнее. О, черт! О, черт! Зато я страусов нашел, много страусов. Тут много этих... Кого? ...существ, которые мне очень недружественны. Смотрите, вот там. Они меня убьют, у них слишком много хп. А знаешь, что я нашел? Я пошел отсюда. Интересно, что я нашел? Да. Я что-то... Сейчас подбегу, точно скажу, потому что какая-то стена тут. Типа домика какого-то серого. С красными столбами. Чё это? Я даже первый раз вижу. Захожу туда, а там спаунер циклопов. И крыс. Не знаю, я в мире обезьян... Ой, обезьян, говорю. Динозавров. И мне здесь хорошо. У меня 63 золотых. Блин, свинюшки. Да, ну какой? Ладно, извините меня, свинюшки. Я просто хочу бекон сделать. Мы же в эко-майнкрафт играем. Ну, извините, я бекончик просто очень хочу. Я потом вас возмещу. Размещу. Размещем, да? О, как ты выпала из мира? Киву прописала. Нифига себе. Так можно тут? Я не знаю. Выпал из мира. Я просто думала, что я в обычном мире возражусь, а я возродилась в том же. Нет, туда же ты пахнуть нельзя. Вообще ни о чем. Ань. Ой, Ань, говорю. Оля. Настя. Оля. Ость. Ося. Костя. Оля. Да я знаю, Оль. Блин. Я хочу переплавить соль и сделать бекон. Ты со мной или как? А я. Ты иди в опу. Мне сначала надо по муравью телепортироваться. А, телепорт... Телепорт... Вот я жду пока... Телепортируйтесь, скотина. Блин, тут муравьи на меня напали. Ты по-красному? Ты по-красному? Да. Тут миллиарды. Я бегаю. Миллиарды. Красный, иди сюда. Миллиарды. Стой, дай я тебя телепортирую сначала. Быстрее только. Ого, сейчас, спасибо. Эй, у меня исчез верстак. Вот видишь, да? Да, я уже телепортировался. У меня исчез верстак. Всё, нормально. Ой. Чё? У меня исчез пропала? Верстак. А я не понимаю, как ты пропала. Я же ты пропала куда-то.
А так я уже телепортировалась. Я тоже нажал телепорт, короче, попал опять в этот мир. Меня? Там был верстак, он исчез. Я поставил верстак. Из-за того, что вы ТП-шнулись. Я поставил верстак, мышление. А, у меня откидывает, у тебя Руся лагает. Но... Из-за того, что мы в разных мирах. У меня стак, 2 стака мяса. Ой, нормально. Мясо? Мы в Эко Майнкрафт играем. Ну, блин, сам-то не лучше. А где верстак у нее? Да, он пропал. Я его только что сюда поставила. Сейчас, погоди, я сейчас поставлю еще. Что за бред? Зачем нам верстак? Мы можем же вот так. Ю-ю! У меня беконы 14 штук. Они дают восстановление. А, Оля, не хочешь бекончик? Хочу. Вы тут жрете, а я тут не могу даже попасть к вам. Ай, блин. Загрузка мира, я опять сюда попал. О, ты пахнулся, все нормально. У нас зависает. Ну, все нормально. На чем бекон? Модные штанишки. На, держи. И это я ему дал. На, попробуй. Оля, тебе меч. Дарю тебе меч. О, к нам парень зашел. Еще один? Да. Крой. Крой какой-то. Крой. 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 Он, наверное, сейчас сборку скачал. Наверное. Она аж долго качается просто. Кстати, там что-то из обсидиана сделано. Не иди туда. Я про это и говорил, что я что-то нашел. Иди-ка сюда, слышишь? Смотри, я съел бекон. Мне для тебя подарок. Кстати, бекон ба... Ты охренел? Зуб за зуб, глаз за глаз. Понял? У меня завис Майнкрафт. Потому что сам виноват, меня взял, ты убил первый. Стой, бекон нужно пожарить, что ли? Да-да-да. Он, видишь, выглядит как это. Чё? Как обычное мясо. Так, блин. Я заспавнился, черти где вообще. Привет. Ура! Привет. Там пишет что-то. Пишем его, привет. Так, куда идем? Нас становится все больше и больше. Творческий? Вот нельзя творческий ставить. Да. А, напиши меч, ему. Он меньше урона наносит, чем аметист. Ой, там какой-то данж. А, все, поменял. Ну, там что-то типа какого-то спавна опять. Да он уже отключил. Да я вижу. Я бекон пожарил. Что-то как-то у меня сейчас очень его сильные лаги. Что за моб тут какой-то? Он дает, короче, силу и восстановление на 1.5 минуты. Это хорошо? Ой, Крой убил. Кто это? Че, где? Он бьет всех. У кого лагает? У меня не лагает вообще. Значит, мне нужно что-то делать. Потому что у меня прям сильные лаги. А он в нашем мире? Да. Да. Может, это из-за этого мира лагает? Потому что он прорисовывается долго. Наверное. Из-за того, что тут большие деревья слишком... Я его не вижу, он невидим. Нет деревьев. Я знаю, кто бил. Меня вот этот Крой бил. Ай! А, нет. А, это муравьи. Нет, Крой сначала все бил. Кто-то мне звонит. А, здравствуйте. Да. А, отлично. Оу. Белые муравьи — это вообще плохо. Почему? Потому что они бьют постоянно. Красные тоже бьют. Они сильнее бьют. Ой, сейчас, так. Сейчас скинем IP-сервер, тут кто-то просит. Нифига себе, ты горишь. Так. Да, отлично. Да, я с тобой боролся. Я думал, кто меня убил? Да ты меня поджег. Турбо покинул игру. Значит, укроем мясо наше. Давай сюда мясо сюда. Я? Я это. Ой, слышишь, он гейм мод включает и достает всякие вещи.
Да. Я кикаю его. Да, кик. Только хотела сказать. Ой!